Здравствуйте, уважаемые любители шахмат, с большой радостью приветствую в нашем эфире чемпиона России 2021 Никиту Витюгова. Никита, здравствуй. Хорошо, да, добрый день, дорогие зрители. Поздравляю с победой. Ну, как эмоции? Что чувствуешь сейчас? Спасибо, да, большое спасибо. Ну, сейчас, честно говоря, эмоции... Ну, некоторое опустошение, да, то есть были очень сильные эмоции, ну, собственно, в день, да, вот День Победы, да. Вот сейчас, ну, скорее уже как-то переключение, да, на будущее, потому что, ну, как, да, как новый день, да, и уже, в общем-то, новые цели, да, более, ну, как бы календарь плотный, поэтому, как бы, ну, не то чтобы почивать на лаврах, да, но даже немножко вот, как бы, излишне жить, да, этим моментом, ну, все-таки уже прошлым, да, ну, нет времени, да, да, и, честно сказать, большого желания мне тоже как бы излишне в это уходить нет, да, то есть, безусловно, очень, то есть я был очень рад, да, ну, именно вот в день, да, в момент того, как я вот понял, да, что я вот стал чемпионом России, наконец-то, вот, ну, потом, ну, что, жизнь продолжается. Новые какие-то надо ставить, новые цели, новые горизонты. Двигаться да, дальше. Безусловно, да. Турниры не ждут. Скоро у нас большая швейцарка. Может быть, поговорим об этом. Но сегодня, прежде всего, хотелось бы поговорить о суперфинале, который закончился для тебя очень успешно. И о твоем пути к этому званию, потому что он оказался долгим и таким, наверное, запоминающимся в чем-то, да? Вот расскажи о том, как все начиналось. Это 15-й суперфинал, если я не ошибаюсь, да, был для тебя? Ну, я, если честно, уже немножко жалею даже, что об этом сказал, потому что как-то люди вообще, никто не задумывался об этом, сколько я там играю, там 3, там 5, там 2, ну, там, да? То есть, а так это, ну, в какой-то, ну, в некий мем превратилось, да, что вот, как бы, ну, вот, да, ничего себе, 15-й попытки. Ну, то есть, значит, все что угодно в жизни возможно, да, что, вот, ну, там мне, допустим, в частности, если я, то есть, тоже не хочу никого обидеть, но если я правильно помню, президент шахматной федерации сказал, да, что вот теперь он будет в жизни, как бы, да, вот ориентироваться на меня, потому что, ну, вот, как бы, если даже 14 раз не получилось, вот 15-го, ну, на самом деле, конечно, с одной стороны, ну, чемпионат, ну, вообще, да, то есть спортсмен, он, в принципе, в любом, да, турнире настоящий спортсмен, да, ну, мне хочется верить, да, что я, значит, к ним отношусь, ставить себе цель первое место, да, то есть другое дело, да, что цель-то себе можно поставить любую, а реальность, она, ну, всегда все складывается из отдельных партий, ходов, да, поэтому говорить, что я прям вот 15 раз там вот хотел стать чемпионом России, и 15 раз мне это не получалось, ну, это некоторое преувеличение, каждый турнир, он был, ну, как бы отдельным таким этапом, да, моего пути, и что-то мне давал, ну, как бы самоценное, да, то есть, ну, некий опыт. Ну, поначалу это просто был большой опыт игры с более стильными, более опытными шахматистами. Ну, вот я вспоминаю, допустим, первый суперфинал, да, 2006 год. То есть, да, тогда все началось, ну, так, для меня постепенно, да, скажем так. То есть, вот, не очень удачно, по-моему, какой-то минус, там, большой минус, без побед. Вот. На следующий год, 2007, пришли первые победы, 50%, вот 2008 год, в принципе, я даже закончил в плюсе. Ну, еще тоже надо понимать одну вещь, да, что шахматный календарь, он меняется, да, и в каком смысле меняется, что со временем становится больше сильных турниров. И если раньше, даже для меня, да, вот, ну, уже там имея достаточно неплохой рейтинг, там, по 2700. То есть не было прям как бы большого количества возможностей сыграть там, с Александром Горячуком, да, с Александром Розеевичем, там, с Петром Свидлером. Суперфинал был чуть ли не таким, ну, редкой такой возможностью, да, то теперь, в принципе, даже не то, чтобы все становится более демократично, а просто вот этих возможностей, да, пересечься, ну, посмотреть на этих гроссмейстеров, сыграть с ними, обыграть их, да, как-то,
ну, даже не обыграть, а где-то там подавить там в каком-нибудь там младенчике, да, с лишней пешкой. Вот. Ну, то есть, как бы адаптироваться к их, ну, вообще к ним, да, то есть к тому, что это вот твои, как бы, соперники и противники, да, а не некие такие вот люди, живущие какой-то отдельной жизнью. Их намного больше, этих возможностей, и, ну, вот сейчас, допустим, не все даже, да, не все российские шахматисты участвуют в суперфинале. Ну, мне трудно понять, почему, да, потому что для меня суперфинал, ну, вот, собственно, я их сыграл 15, и всегда он, ну, как бы стоял особняком, да, это чемпионат России, и ведь не так много вообще возможностей у шахматиста побороться за что-то, ну, такое, как бы, значимое, да, со спортивной точки зрения. То есть есть чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира, да, так, по большому счету, да, все остальное, ну, это некая лирика, которая, ну, она там, да, наверное, престижно выиграть некий там, ну, не знаю, там, Тавангер, да, ну, или можно любой другой турнир поставить на это место, там, что-то для шахматистов это значит. Но вот для, как бы, по меркам спортивной жизни, да, есть три таких вот, как бы, страна, континент, мир, да, вот. И, ну, чемпионат Европы традиционно проводится по швейцарской системе, ну, это такое полуотборочный, полу, ну, в общем, там свои нюансы, да, то есть такая и непростая поездка, словом. И не всегда в нем, как бы, есть желание и возможность участвовать. Ну, чемпионат мира, ну, как бы, да, то есть есть этапы, да, этапы большого пути, там, Кубки мира, там, этапы Гран-при. Вот. А чемпионат России, да, это как раз такой вот самый, что ли, самый цельный такой цикл, да, если можно так сказать, то есть для, ну, уже гроссмейстеров такого, ну, условно высокого уровня, он состоит там из высшей лиги, да, или уже непосредственно из суперфинала. Вот. И, конечно, для меня всегда было, ну, так очень, очень интересно, да, побороться, да, то есть принять участие, побороться за что-то. Ну, а уже, как бы, за что именно, да, в каждом конкретном турнире я боролся, ну, это, как бы, партии, да, они, как бы, рассуждали, да, вот, ну, то есть бывали успешные турниры, да, бывали такие, скажем так, рабочие, да, то есть когда, ну, вот, не вырваться, да, где-то не преодолеть вот эти вот плотные такие тяжелые слои, где-то такого в районе 50%. Вот. Ну, то есть сказать, что вот это было, знаешь, вот как 15 попыток, и вот с 15-го раз наконец-то попал, нет. Это был, ну, такой, как бы, каждый турнир отдельное событие. Ну да, и, ну, то есть ты уже, в принципе, ответил на этот вопрос, что суперфиналы чемпионата России, ну, это и возможность, да, какая-то сыграть в сильном круговике, ну, и важный для тебя турнир в календаре, так получается. И чем, какой вот из всех этих суперфиналов, да, ты с 2007 года играешь, то есть дебютировал в 2007, правильно, году? Ну, нет, Саша, извини, в 2006 нет? Я дебютировал, 2006. А потом пропустил один год, он действительно был уникальный, 2011 год, когда было 8 человек, участвовал в суперфинале 8 человек, и, да, ну, в общем, я вот из высшей лиги, хотя это в 2011 году у меня был 15-й рейтинг в мире, да, так, на секундочку, ну, то есть не то, что это что-то суперзначительное, но это не так плохо, да, вот, и по рейтингу, тем не менее, суперфинал я не попадал, то есть играл в высшую лигу, ну, из высшей лиги не отобрался, там, ну, тяжелейший турнир, выиграл, я помню, Александр Морозевич, вот, и, да, и вот, как бы, каких-то, ну, других, как бы, вакансий в суперфинале не было, 8 мест, да, в итоге вот я один год пропустил, а так-то вот с 2006 года, да, Ну, какой-то запомнился, ну, понятно, что этот, он, мы как бы о нем отдельно поговорим, но не знаю, или организации, или вот чем-то, или суперфиналы, они вот как 15 штук, и все на одно лицо, в принципе, те же практически лица, города меняются, но турнирные залы остаются, или что-то, вот какой-то турнир, кроме победного, для тебя чем-то запомнился? Ну, как бы, каковы шахматисты, да? Они в первую очередь запоминают, то есть хорошие места там, где я играл хорошо, да, то есть, ну, как бы там, где я был счастлив, да, но там, где я играл хорошо. Вот, поэтому, как бы, ну, там обычно нравится организация, да, где, как бы, где удается показать хороший результат. Вот, ну, конечно, я каждый турнир, даже когда они проходили в гостинице, значит, ну, в центральном шахматном клубе, да, и участники жили в гостинице «Арбат»,
той самой, даже тогда, конечно, каждый турнир для меня, ну, имел свое какое-то лицо, да, был не похожим друг на друга. Ну, во многом, наверное, в силу того, что, ну, все-таки я немножко был помоложе, и, ну, как бы что-то новое. Постоянно каждый турнир для меня что-то давал. Ну, вот, допустим, первый турнир, да, это, ну, просто событие. Второй турнир, первая победа. Третий турнир, первый раз закончил в плюсе. Там, четвертый турнир, первый раз попал в тройку. То есть это было некое, ну, то есть постоянно какое-то движение вперед, да. Потом, ну, потом как бы со временем, к сожалению, то есть движение вперед, оно немножко, ну, замедляется, да, где-то оно так приобретает немножко другие формы, вот. Ну, по поводу таких вот прям вверх, да, что ли, ну, да много что можно выделить. То есть, да, я вот помню, как я вот выиграл у Дениса Хисматуллина в последнем туре в 2009 году и попал в тройку в первый раз. Тогда это было, ну, вот опять-таки, да, я говорю, что в 2011 году я, имея 15-й рейтинг в мире, в суперфинал, ну, хотел, да, с удовольствием бы принял участие, но не смог. А просто не было такой возможности. Поэтому место в тройке, оно все-таки давало, значит, не, ну, не только было как медаль, да, то есть, но и, значит, место в суперфинале на будущий год, да, что все-таки, ну, было таким неким подспорьем, да, и позволяло, ну, как-то, ну, то есть уже иметь такой один очень-очень серьезный турнир, да, в своем календаре на будущий год. Следующий, ну, вот, конечно, выделяется турнир 2013 года, да, с участием Владимира Крамника. Да. Вот, и там, в принципе, очень неплохо, ну, 2 из 2 стартовал, то есть это вообще для меня какой-то, ну, небывалый просто, ну, то есть, чтобы я выиграл первую партию в суперфинале, может быть, такой был 1 или 2 раза, я, если честно, так сходу не вспомню, может быть, просто единственный раз тогда было в Нижнем Новгороде, как-то так вот начало турнира, в общем, обычно непросто для меня дается. Я тогда начал 2 из 2 и имел шансы даже в каждой, и в третьем, и в четвертом туре, то есть при определенном стечении обстоятельств мог стартовать 4 из 4, да, ну, некоторое привлечение, но шансы были хорошие. Вот. И в дальнейшем, да, в дальнейшем, в общем, у Димы Андрейкина тоже выиграл в последнем туре неплохую партию. Вот. То есть такой, ну, все-таки участие, да, экс-чемпиона мира, оно, ну, как в любом случае придает какую-то очень такой, ну, иную ценность, да, этому турниру. Собственно, как раз вот мы с Владимиром Борисовичем поделили 3-4 место. Вот я вот оказался чуть повыше по коэффициенту. Вот. Да, потом, ну, потом, наверное, да, я так выделю вот 2 турнира, где я занял 2-е место, да, 17-й год. Ну, 17-й год вообще такой, ну, как весьма драматичный получился сам турнир, да, потому что на старте, да, на старте очень высокий темп задали дебютанты, да, молодые, значит, дебютанты турнира, да, Даня Дубов. В Санкт-Петербурге, да, проходил? Да, в Санкт-Петербурге, году. да. И, ну, это действительно было что-то небывалое, там Володя набрал 4 из 4, то есть Даня, по-моему, там 3 из 3 шел, ну, то есть, да, 2 человека шло 3 из 3 в таком турнире, то есть казалось, что это какие-то люди пришли, ну, то есть они не знают, да, что так тут не принято, да, что, в общем-то, надо где-то сделать ничью, да, где-то там... То есть, отдохнуть. Ну, да, как же так вообще, ребята, то есть, ну, вот, но закончилось все, в общем-то, тем, что вот мы с Петей Свидером поделили 1-е место, да, все-таки где-то, может быть, казался, может быть, опыт, ну, может, какие-то другие факторы, вот, и, да, тайбрейк, я Пете проиграл, ну, прямо скажем, одноворотно, то есть не хватило мне, как я сейчас понимаю, опыта, ну, и энергии, да, в первую очередь, необходимой энергии для какой-то здравой, да, сохранения какой-то, ну, ясной головы на тайбрейке после, ну, такой, ну, достаточно тяжелой дистанции, да, 11 туров. Да, ты там был единственным. Я просто открыла таблицу участникам, кстати, в том турнире, который не потерпел поражений. То есть и Петр Свиллер проиграл. И... Да, ну, так это случилось. Как бы, да, ну, здесь я не вижу чего-то, ну, как бы, ну, не то что выдающегося, ну, просто у каждого шахматиста, да, наверное, своя какая-то, свои особенности, да, свои, там, кто-то, может быть, более такой, ну, так сказать, пробивной стиль игры, да, то есть где-то чуть больше выигрывает, да, шахматист, ну, наверное, в связи с этим больше рискует, больше проигрывает,
Вот кто-то проигрывает меньше. Ну, то есть это какие-то вещи такие... Индивидуальные, да? Да, индивидуальные. То есть здесь я не думаю, что что-то... Ну, вот есть такой показатель, да, там количество побед. Ну, он, ну, как бы... Ну, как и любой дополнительный показатель, он дискуссионный, да? Угу. То есть, как бы для... Вот я еще, да, еще, мне кажется, такой достаточно важный момент я бы хотел добавить. Дополнительные показатели, да, это все отлично, и они прекрасно подходят для, там, допустим, для выявления третьего места, да, ну или второго места. По поводу первого места, да, вот тайбрейк. Все-таки мне кажется, что особенно ну, раньше это было, да, то есть сейчас традиция с там, дополнительным таким красивым жестом, да, автомобилем для победителя чемпионата, она, к сожалению, ну, не то чтобы ушла в прошлое, но хочется верить, что она, ну, на некоторой паузе, да, в связи вот с, ну, с непростой ситуацией пандемии, вот, но в любом случае, да, титул чемпиона России, да, он имеет некую ценность, да, то есть он ну, достаточно значим, и мне кажется не совсем верным в этой ситуации проводить тайбрейк, ну, если мы уж проводим тайбрейк, да, когда два шахматиста поделили первое место, если мы уж проводим тайбрейк, то все-таки более ну, правильно это, наверное, у каждого свое понимание о том, что есть правильно, ну, более как бы объективно, что ли, да, проводить его в отдельный день, да, чтобы участники могли, ну, отдохнуть, да, от, потому что как происходит? Последний тур, да, шахматисты не знают, чем он закончится. Надо готовиться к тайбрейку, не надо. Они готовятся к партии, приходят на нее, да, выкладываются. Ну, в общем-то, за плечами еще 10 таких же партий. А после этого, да, ну, там, какой-то, ну, нервотрепка, да, вот все вот это, все эмоции. И после этого их, значит, заставляют играть, да, выявлять. То есть, по сути, ключевые партии этого турнира, они играют, ну, в таком, ну... Неподготовленном формате, Неподготовленными, не отдохнувшими, в таком тумане, да. То есть, ну, если посмотреть вообще качество, ну, хорошо, качество всех быстрых партий, оно, наверное, ну, не очень такое высокое, но в целом, по большому счету, это такая игра на выживание, да. То есть, ну, кто вот вообще может как-то сидеть за доской и не падать, да. Uh-huh. Все-таки мне кажется более верным, более, ну, вот, если уж мы придаем такой вес, да, вот этим партиям, да, вот если мы так выявляем чемпиона страны, то мне кажется, да, логичнее это делать, ну, в отдельный день. Ну, это можно там дискутировать, да. Я помню, был какой-то год, когда поделили первое место. Несколько, там, да, участников. Да, да, три участника. Да, был турнир. Uh-huh. А, да, не-не, да, да, правильно. Был один турнир, когда. Трое человек поделило, там, по-моему, Видлер, Алексеев и Яковенко. А был турнир, когда 6 человек поделило первое место, какое-то совершенно уникальное. Да, да, да. Угу. Вот. И, ну, когда 6 человек, понятно, да, что это физически невозможно провести в день последнего тура. А, ну, когда трое, ну, в общем, мне кажется, в любом случае, сколько бы человек не участвовал в этом тайбрейке, правильнее проводить его на следующий, ну, конечно, не там через 2 недели, как вот было разок, да, ну, это все-таки очень странно, потому что, ну, как бы, ну, это, то есть есть все-таки понятие формы текущего момента, да, и, ну, оно, как бы, такая вещь летучая, да, то есть, и, конечно, это не, ну, то есть одни шахматисты набирали этот плюс, да, другие уже там через, там, 3, ну, там, сколько-то там, неделю, 2, там, да, будут его разыгрывать. Конечно, это надо проводить на следующий день, как, ну, как крайний срок, вот, но, ну, словом, я помню вот свои эмоции, да, вроде бы я весь турнир как бы к чему-то шел, а все ушло, ну, вот буквально секунду, и у меня не было ощущения, что я, ну, как-то, то есть вот этот тайбрейк, он прошел для меня, ну, то есть Петр просто оказался более, намного более опытен, да, в таких вещах, то есть как-то, ну, видимо, правильно отнесся, правильно как-то... Может, перестроиться успел, да? Да, да, успел перестроиться, да. То есть для меня это было каким-то вот таким вот, ну, шоком, да, и, ну, даже не то, что шоком, просто, да, вот застал меня врасплох. Вот, и все-таки, мне кажется, более верным система проведения тайбрейков в отдельный день. Да, да, то есть... у нас, если ты помнишь, в прошлом году была большая дискуссия, ну, в женском суперфинале, когда
Горячкина и Шувалова поделили первое-второе место, и Шувалова дольше играла, чем Горячкина, ну, и получилось, что Полина сразу же после партии буквально начала тайбрейк, и долго после этого, да, высказывала, что вот отдельный день или вообще тайбрейки не играть, ну, тут много есть мнений. Единственное, да, насколько организаторы могут заложить, да, этот отдельный день, потому что, во-первых, он не всегда пригождается. Ну, так получается, что не всегда тайбрейки играют, хотя на суперфиналах, наверное, чаще, чем на том же Кубке мира даже, да, но из-за двух участников могут там 25, получается, ждать этого закрытия и оставаться на еще один день, вот насколько это оптимально, но это да, это вопрос, наверное, организаторам. Понятно, что для шахматистов, особенно для тех, кто участвует в тайбрейке, лучше... Лучше отдельный день подготовиться, чтобы отдохнуть и перестроиться. Переход от классики к быстрым шахматам тоже не всегда дается, да? Но, с другой стороны, можно же посмотреть на то, что оба шахматиста примерно в одинаковых условиях, да? Кто-то лучше, у кого-то есть опыт, кто-то лучше перестраивается быстрее, кто-то хуже, но здесь можно долго дискутировать и... Саша, единственное, вот я, можно я добавлю? Да. Значит, вот мне кажется, не очень верным аргумент по поводу того, что кто-то закончил свою партию раньше, кто-то позже. Вот это как раз, то есть, как бы в возможностях каждого заканчивать свою партию тогда, когда он хочет, да? То есть, это, ну, как бы... То есть это не аргумент, да, то есть если я там выжимаю, там, не знаю, там, эндшпиль, там, 6 часов, да, а кто-то выиграл партию за полчаса, ну, или, наоборот, сделал ничью, то есть это, ну, как бы, это лирика, да, то есть, ну, да, конечно, всем хочется выиграть побыстрее и полегче, да, чтобы соперники уставали больше, но это не совсем то, о чем я говорю, да, то есть я скорее говорю о том, что, ну, как бы вот, если, да, ну, мы все-таки исходим из того, что немножко путаюсь, вот что такое чемпионат России, титул или звание? Наверное, титул, да, скорее? Да, наверное, да. Да, вот. Угу. То есть если титул чемпиона, он настолько, как бы, настолько, ну, вот, настолько значим, драматически, да, например, да, вот, что, допустим, разница между вторым и первым местом, она значительно больше, чем между вторым и последним, да? Ну, я не имею в виду, как бы, материальную, да, а вот именно вот как бы в плане, ну, достижения, что ли, да? Как, ну да, какую-то, да? Идейную турнира. Да, да, то в таком случае мне все-таки кажется более логичным, да, что ли, более таким вот уместным, да, проведение тайбрейков в отдельный день. Я, безусловно, понимаю, что, вот, конечно, это точка зрения, что, во-первых, есть, ну, неизвестно, да, заранее будет ли тайбрейк, и, ну, целый, как бы, в общем, два турнира, да, там, судьи, в общем-то, ну, и, там, другие люди, да, то есть должны ждать этого, да, ну, это и расходы, и время, и, то есть здесь есть о чем поговорить, да. Кстати, да, замечу, к счастью, в этом году, по-моему, впервые на моей памяти, последний тур суперфинала проводился... В то же время, да? Да, в то же время, что и, как бы, предыдущие туры. Конечно, это единственное верное, ну, единственное вообще возможное решение, да, ну, то есть здесь, ну, вот эта практика, ну, так называемых открытых турниров, да, ну, фестивалей, ну, там эта, ну, ситуация понятная, да, то есть, ну, все-таки... То есть, ну, у всех участников, да, кто-то разъезжается, лишний день гостиницы, лишние расходы. Все-таки, ну, в таком турнире, конечно, последний тур, да, самый, как бы, самый важный, конечно, должен проходить, ну, абсолютно в таких же, в том же режиме, что и все предыдущие. Другое дело, вот, что было бы, да, если бы был тайбрейк, да, когда бы он игрался и когда бы он закончился. И вот здесь, вот, да, я, как бы, продолжаю свой ответ, да, вот на твой вопрос о запомнившихся мне суперфиналах, конечно, ну, вот, следующий после Петербурга был в Ижевске-Воткинске, да, ну, вот такой двойной. Значит, и вот там как раз, то есть тоже я за что-то боролся, скажем так, шел в плюсе, где-то были упущения, были, где-то выиграл, не выиграл две, ну, прям подавляющих позиции, там, с Митей Яковенко и Сашей Мотылевым, были, где-то мне подвезло тоже, Кирилл меня, Алексеенко, амнистировал. Вот,
И перед последним туром там такая ситуация сложилась, что прям, ну, был возможен дележ как минимум, ну, не как минимум, может быть, как максимум, да, первого-четвертого места. В итоге три участника набрали по плюс два, значит, я, Максим Маслаков и Эрнест Инаркиев, и вот Женя в итоге там где-то на каком-то седьмом часу все-таки дожал Кирилла в ладейнике и все-таки вырвался, да, на плюс три, и, ну, турнир закончился как бы вот с окончанием этой партии. А если бы партия закончилась ничью, четыре участника, то есть это там какое-то позднее время, ну, все-таки, ну, нельзя, да? 8 вечера, ну, да, где-то. Да, то есть Женя, ну, там, по-моему, в положении прописано, хотя бы час надо дать человеку, ну, хоть как-то перевести дух с момента окончания партии, и как бы мы все это играли, ну, я не очень понимаю. Ну, да, понятно. Но это вопрос организаторам, да, потому что вопрос очень сложный где-то, но понятно, что для шахматистов и для звания, ну, титула, да, как мы определили, чемпиона России, лучше это все определять отдельным днем, играя тайбрейк, если он необходим. Скажи, несколько такой вопрос, может быть, не про твое выступление лично, но в суперфинале чемпионата России в этом году Александра Горячкина играла. Как ты вообще к женским, мужским шахматным относишься? Ну и про ее выступление, может быть, что-то можешь сказать? Как она смотрелась? Мы как зрители наблюдали, да, но вот с точки зрения участника, с точки зрения победителя этого турнира, и как думаешь, какие у нее, какие ее успехи дальше в ее карьере ожидают? Увидим ли мы вторую Юдит Полгар? Так, спрошу. Ну, наверное. Очень много, да, очень много вопросов. То есть по поводу выступления с Сашей, да, конкретно в суперфинале. Uh-huh. Ну, в частности, в партии со мной, да, то есть там в партии с Димой Андрейкиным, да, она явно проявила больше уважения к своим соперникам, да, чем следовало, да, то есть чем, скажем так, позволяла позиция, да. То есть был у нее, ну, с Димой, по-моему, просто совершенно выиграно, со мной, ну, очень большой позиционный перевес, тоже, хотя компьютер там оценивает, там, ну, очень большие оценки дает. Может быть, ну, с Володей Федосеевым, то есть, ну, прям ряд партий, где Саша могла, в общем-то, рассчитывать явно на большее. Ну, конечно, невозможно, ну, то есть, возможно использовать все шансы, но это очень тяжело, да, то есть, как бы ожидать этого, ну, несколько, наверное, сверхоптимистично. Тем не менее, Саша, я считаю, что, ну, как бы для такого дебюта в таком турнире выступила очень достойно и могла явно выступить лучше. Вот. И, ну, вообще мне было как бы очень приятно, то есть я очень порадовался, когда увидел, что она вышла наконец из высшей лиги, потому что я помню, что она, ну, не раз была близка к этому, и, ну, это событие, да, то есть ее участие в... тоже, да, это вот такая... современная такая вот, как бы, почва, да, то есть, как бы, правильно теперь называть суперфинал открытым, да, вот, не мужским, а открытым, да, и, значит, женский, женским. Вот, то есть, ну, ее участие вот в, так называемом, открытом суперфинале, да, оно, ну, безусловно, добавило турниру, ну, каких-то красок, да, какой-то дополнительной интриги. Вот, в целом, безусловно, я, ну, очень болел за Сашу в матче с Ювень-Юнь, и мне кажется, что перспективы у нее, ну, как бы все в ее руках, да, перспективы у нее явно есть, да, насколько, то есть я, ну, не тренер, да, то есть я не могу оценивать Юдит Полгар, да, там, Хою Фань, ну, там, давать какие-то, ну, вообще, наверное, не совсем правильно, да, то есть у каждого спортсмена, тем более выдающиеся спортсмены, да, которым, безусловно, является Саша, ну, свои, да, свой путь, свои особенности, но, ну, он является как бы отдельной личностью. Вот поэтому, наверное, все-таки, да, в десятку мужчин, ну, какие будет непросто, да, вот. Но потенциал, да, такой резерв для роста, ну, даже вот просто количество возможностей, которые она имела в этом турнире, ну, это показывает, что, ну, явно, явно она может прибавлять. Вот. А отношение к мужским и женским шахматам, ну, как бы... Чего не хватает шахматисткам? Почему отстаем, как считаешь, по рейтингу, да, если просто рейтинг брать?
Ну, рейтинг, если брать, то здесь-то как раз, мне кажется, более понятно все, потому что рейтинг же такая штука, да, что, ну, если начать, ну, если я начну завтра играть шахматистом 200, то у меня постепенно рейтинг будет падать, да. И, ну, сейчас, наверное, уже нет, да, но если вот изначально, то есть рейтинг очень зависит, рейтинг шахматиста очень зависит от рейтинга его соперников, ну, обычных, да, то есть, ну, это вот вещи взаимосвязанные. То есть, и, ну, как правило, шахматистки, которые играют, ну, не то что больше, но много играют в открытых турнирах, они все-таки, ну, выделяются, да, каким-то и классом игры, и, в общем-то, ну, и рейтингом в том числе. Вот, ну, ну, чего не хватает, тоже почва очень такая, очень-очень опасная, да, то есть... Да, поговорить о суперфинале, а в итоге про женские шахматы, да? Да, да, да. Неожиданно перешли. Да, ну, то есть, ну, не знаю, там вот есть мужской футбол, да, есть женский футбол. Ну, как бы, то есть, мне кажется, да, то есть, сейчас можно порадоваться за, там, девушек, да, что все-таки явно улучшилась ситуация в женских шахматах, да, за последнее какое-то время, не, ну, так вот, не так вовлечен, трудно сказать, за какое, за 5 лет, за 3 года, ну, вот за, чувствуется явно за последнее время ситуация улучшилась. Вот, и, ну, это хорошо. Вот. Ну, хорошо, ну, сложный вопрос, да, потому что футбол это там все-таки более-менее понятно, там физическая, да, составляющая играет роль, и, ну, да, вроде да, бегаем, но... медленнее, ну, поэтому и, да, и играем, но... хуже. Но в шахматах, ну, все-таки, ну, недооценивать роль, ну, очень-очень важный момент в шахматах, да, это некое эмоциональное, ну, не выгорание, что ли, ну, вот, вот некий какой-то контроль, ну, вот как формулировать, да, то есть вот... Эмоциональный. Да, эмоциональный, то есть вот, потому что физически, да, физически можно, ну, быть готовым замечательно, да, но... турнирную дистанцию и не тянуть, да, где-то, ну, сгорать просто, да, по ходу, потому что все-таки мне кажется, что более важно для шахматиста держать, как бы, эмоции, ну, запас эмоций на турнир, да, чем, ну, это, конечно, это связано, да, то есть если человек, ну, будет там в безобразной физической форме, он, ну, он, как бы, развалится раньше, но, ну, мы знаем многих выдающихся шахматистов, да, в общем-то, которым бы, ну, не помешало сходить, ну, там, купить абонемент в фитнес-зал, вот, да, но тем не менее как-то они выдерживают, ну, такие длительные нагрузки, да, во многом, видимо, в силу того, что правильно вот расходуют свои эмоции, да, то есть как-то они легче отходят от партии, да, легче перестраиваются на будущее, то есть вот может быть, да, вот, ну, одна из причин, да, что, ну, девушки более, ну, вообще, помню, ну, женские шахматы это... Ну, то есть смотреть за ним я просто не могу, да, ну, то есть вот особенно, когда разыгрывается что-то серьезное, да, то есть, ну, это прям, ну, это очень-очень тяжело. Я не представляю, как бы, каково, ну, как бы, условно, в этом участвовать, да, то есть, ну, да, быть, как бы, да, непосредственно действующим лицом. Ну, это очень тяжело в том смысле, что, ну, прям видно вот по ходам, да, вот нерв происходящего, он чувствуется, оголенный нерв, да, всего этого. И, конечно, это прям, ну, это такая, ну, драма, как она есть, да, вот, ну, вот, как бы, какая-то одна из таких. Интересная, интересная точка зрения, это можно, на самом деле, долго развивать, долго говорить, мне особенно интересно, но все-таки в сторону суперфинала попробуем вернуться. Скажи, а тебе кто-то помогал, вообще помогает и роль тренера? Опять я несколько вопросов на суперфинале. Или ты один сам по себе, да, работал, занимался? Да, да. Вопрос понятен. Ну, Саша, извини, я, ну, как бы, я не могу. То есть я скажу так, да, что мне в последнее время у меня появился, ну, скажем так, долгое время я сотрудничал с разными гроссмейстерами, то есть на отдельные турниры у меня были, как бы, отдельные помощники, да, вот, ну, вот, в частности, там, последние, там, где-то примерно, там, несколько месяцев, полгода, вот, у меня есть там, ну, тренер, помощник, секундант, не знаю, как правильно назвать, условно, ну, то есть гроссмейстер, который мне помогает, вот, ну, я предпочел бы оставить его, как бы, в общем-то,
Тайне, Пока, да. пока, да, хорошо. Пока не афишировать. Вот. А, ну, безусловно, роль, да, роль какой-то помощи, она значительна. И, ну, в частности, да, например, просто вот если переходить как бы, да, от каких-то общих слов к каким-то конкретным примерам, да, вот, например, вот партию там, у Димы Андрейкина я выиграл, собственно, вот по, это была домашняя работа, да, домашний анализ. Поэтому, конечно, в таком турнире где-то возможность сэкономить силы, да, переложить часть какой-то своей работы на кого-то, да, тут, конечно, ключевой момент, если ты можешь этому человеку доверить, не в смысле доверить, там, ну, как бы, там, доверить, там, не, ну, не сделать он что-то неправильное, да, а доверить в смысле, что уверен ли ты в качестве его работы, да, вот, и, ну, вот, я в качестве работы своего помощника уверен. Отлично. Ну а вообще роль, то есть про шахматное понятно, насколько важна вот такая вот психологическая помощь или ну, вот в данном случае, в твоем случае это не так существенно, важно как раз вот эта домашняя работа, варианты и Она важна, ну, тоже, извини, да, я, это уже. то есть я тоже не могу, ну, то есть я, с одной стороны, полностью понимаю, да, насколько интересно услышать все, ну, вот, такие, ну, Детали. секреты, да, детали, секреты лаборатории, да, но просто я, ну, не могу, то есть я не хочу что-то выдумывать, да, то есть легко могу, там, да, выдумать какую-то легенду, да, о том, что вот там, значит, ну, любую, да, вот, ну, просто не хочу, да, заниматься мифологизацией, вот, как я это вижу, да, то есть в какой-то момент мне бы хотелось, ну, в момент очень простой, да, когда я посчитаю, что моя спортивная карьера, то есть не то, что я прекращу играть в турниры, да, когда я прекращу как бы бороться за что-то, да, я посчитаю ее оконченной, я с большим удовольствием расскажу о своем, ну, как бы шахматном спортивном пути, о том, каким он был, без, вообще без утайки чего-либо, да, ну, там, невозможно сказать вообще все, да, всю жизнь, но вот все, что может быть интересно, полезно там, новому поколению, я с большим удовольствием этим поделюсь. Ну, сейчас делиться этим, ну, это просто отнимать у себя что-то, да, какие-то ресурсы. Поэтому. А какие у тебя цели? Есть ли какие-то? Вот к чему ты сейчас стремишься? Ставишь ли себе что-то такое вот мотивационное? Значит, безусловно, долгое время одной из целью была победа в чемпионате России. Так, галочка поставлена. Галочка поставлена, Отлично. да. Ну, всегда можно сказать, что теперь цель, значит, защитить титул, но все-таки я, как я это вижу, да, ну, то есть, Саша, вот есть выдающиеся спортсмены, такие как ты, да, которые, ну, как бы выиграв там, я честно, кстати, не знаю, сколько раз ты выигрывал суперфинал. А не так много, только 2 раза. А, всего, я Да. думал, Не-не-не, ага. это у нас Валентина Гунина, да, вот она 4-й раз. Мне вообще кажется, что она вот вырвалась вперед, то есть по количеству титулов России. Мне чемпионаты России гораздо сложнее всегда давались, А, чем ага, там ага. Кубки мира какие-то А, непонятные, ну, да. всякие, да. Да, ну, не, ну, у вас, видимо, нет Пети Свидлера просто, да, который забирает, как бы, там, ну, сейчас, может быть, как бы, просто Петя перестал участвовать, поэтому как-то появилась возможность что-то выигрывать, да? Вот. Ну, словом, можно сказать, да, что следующая цель – это там еще раз выиграть, еще раз, но все-таки я вижу очень большую разницу, как бы между там, выигрывал ли я вот этот энный турнир, да, или не выигрывал. А вот разница о том, я выиграл ее один раз, ну, то есть там 2 раза там, или там 7 раз, ну, конечно, она есть, да, ну, или 1 раз, да, но это все-таки уже, ну, некоторые детали, что ли, да, вот. Представить себе все-таки, ну, как бы, как там, да, есть вот фраза, приписываемая Анатолию Евгеньевичу Карпову, да, что шахматы – это моя жизнь, да, но моя Да. жизнь не только шахматы. Вот, ну, в случае Анатолия Евгеньевича, ну, такой вопрос дискуссионный, вот, но, да, касательно себя все-таки я не чувствую, ну, вот как там есть, там, не знаю, там, ну, на такие, на доступные образы, если переходить, да, вот Роналду, да, который выиграл там этих золотых мячей, забил там этих голов, там бог знает сколько там Лиг чемпионов выиграл, но все равно он вот продолжает преодолевать себя. Наверное, ну, на таком месте мне себя трудно представить, ну, и в силу как бы все-таки моего
объективного места, да, вот в спортивной иерархии, но и в силу просто вот этого внутреннего какого-то, ну, бесконечной какой-то мотивации, да, все-таки, ну, вот для меня вот важно было, да, выиграть суперфинал, один, ну, хотя бы один раз, да, ну, что будет дальше, ну, там, ну, каждый год это отдельное событие, каждый турнир отдельное событие, вот, ну, не могу загадывать там, ну, сколько я там еще сыграю суперфиналов, вот, а какие цели, ну, ближайшие, понятно, вот, упомянутая тобой, да, большая швейцарка в Риге, то есть, которая дает возможность квалифицироваться в или как минимум в серию гран-при, или напрямую в турнир претендентов. Ну, в любом случае, да, серия гран-при, она существует собственно, только для того, чтобы выявить участников турнира претендентов. Вот. Ну, собственно, вот, наверное, такую цель можно ставить. Как, ну, еще одну цель, да, которую, ну, тоже она очень такая лежащая на поверхности, да, это в составе сборной России выиграть Олимпиаду. То есть, собственно, чемпионом мира в составе сборной России остановился, чемпионом Европы остановился. Вот, ну вот, выиграть Олимпиаду в составе сборной России, да, наверное, вот глобальных две цели, ну, есть, то есть, вот эти вот короткие контроли чемпионата мира по рапиду и блицу, ну, объективно, ну, даже если посмотреть на мой рейтинг, наверное, можно понять, что, ну, в эти шахматы, да, что там к числу главных фаворитов я на этих турнирах не отношусь, и, ну, было, ну, несколько наивно, да, ставить себе цель именно вот там победить. А как бы в остальном, ну, немножко странно, ну, для меня, по крайней мере, да, вот говорить, что вот я хочу там в таком-то турнире войти в десятку, да, ну, как бы, ну, то есть, ну, можно, да, но целью это назвать просто получать удовольствие, да, вот от того, что делаешь, от шахмат. Ну, да, отлично, цели, в принципе, ясны, турнир совсем скоро, в ближайший, если все будет как запланировано. Ну что же, еще один взгляд на суперфинал. Просила я тебя какую-то партию показать для наших зрителей. Вот ты выбрал свою встречу с Владимиром Федосеевым. Давай обсудим, что было, как складывалась эта партия. Да, ну, вообще партии с Володей, они всегда проходят, всегда испытания, ну, как для Володи, так и для как бы его соперников. Вот, то есть они всегда проходят, то есть, такие очень энергоемкие партии. Вот, и в этот раз, ну, дебют угадать с Володей всегда очень тяжело. И да, в этот раз мы играли в третьем туре. И как часто бывает, очень важно в таком турнире, как суперфинал, какой окажется первая результативная партия. Да, потому что все-таки намного легче двигаться дальше, да, и как-то существовать в этом пространстве, если первую партию ты выиграл, да, то есть, ну, это уже и, ну, это и просто важная история с точки зрения, и психологически это дает такой, ну, не то чтобы заряд уверенности, но некий заряд спокойствия скорее, да. Угу. Да. И это был третий тур, да? То есть третий тур, да. Угу. Первые две партии, две ничьи, и вот белыми ты с Володей играешь, да, до 4. Да. Угу. Да, конь f6, ну, неожиданно совершенно даже 6, и Володя неожиданно разыграл стратегическую защиту. Угу. Ну, понять причину этого, почему именно стратегическая, не знаю, ну, может быть, из дебюта, да, станет яснее. Угу. Значит, конь f3, ну, классическая система, он e2, e5, да, блокировка. Тут неожиданно, значит, b6. Так, новинка. Ну, как... Честно сказать, я даже с тех пор не проверил, да, новинка ли это. Ну, наверное, играли и так, но на серьезном уровне, наверное, уж точно новинка. Ну, раньше, да, за такие ходы, наверное, могли выгнать из шахматной секции, да. Угу. Вот. Но мир настолько поменялся, что вот эти вот некие, ну, так называемые базовые принципы, да, угу. Вот что надо... То есть вообще, что за ход b6, да, то есть в чем его... идея, цель вообще, почему не король h8 тогда, да, то есть откуда вообще он взялся? Какую-то логику, да, вывести куда-то? С одной стороны, хоть, в итоге, да, так сложилось в итоге, но, например, если белые пойдут, ну, например, d5, да, uh-huh. за ткун центр, тогда будет полезно, да, что черные, ну, они пойдут, наверное, а7, а5, и максимально белым затруднят надвижение перцевого фланга, uh-huh. да. То есть,
Как, то есть, ну, соответственно, какой-то смысл в этом есть, да, хотя не всегда тоже, не всегда, ну, есть же опять-таки правила, да, не двигай пешки там, где на более слабом фланге, да, то есть такое, ну, как бы классическое, значит, правило, да, то есть, ну, не всегда, не во всех случаях пешка на b6 является плюсом, да, вот. Да, она может и зацепкой, да, явиться, если после b4, c5 где-то. Разумеется, да, да, с одной стороны, да, как бы, с одной стороны, черный вроде бы затрудняет проведение c5, с другой стороны, действительно, она может явиться зацепкой. Вот, ну, то есть, тем не менее, да, сейчас, ну, компьютерные, да, движки, они показывают, что жизнь, она, ну, шахматы, да, они как бы богаче, чем, то есть, вот эти вот общие принципы шахмат, да, они очень хороши, то есть, они очень хороши для того, чтобы научиться в них играть, да, но, видимо, ну, так показывает жизнь, да, что для того, чтобы, как бы, еще усилиться, да, вот в этой игре, да, необходимо понять, где эти принципы можно нарушать, да, где можно выходить за эти рамки, да, потому что, ну, вот, тому, чему нас учат, да, развивая фигуры, да, то есть там ну, ладью на открытую линию, рокировка, да, ну, вот там, не ослабляйся, то есть все это хорошо, да, потому что для того, чтобы, ну, необходима какая-то база, да, во всем, то есть вот нуля вот учить вот эти исключения, да, где вот этот b6 будет ход уместен, а где он будет, ну, полной глупостью, да, нуля это все-таки очень тяжело. То есть необходимо сначала, ну, построить какой-то фундамент. Вот. А в дальнейшем уже, ну, сейчас вот эти компьютерные программы, да, это некое мерило вообще, ну, мерило какой-то вот разумности всего, да, правильности всего, да, они, ну, уже неотъемлемая часть жизни, и в дальнейшем с их помощью, да, можно находить какие-то новые любопытные лазейки, конечно, не опровергая базовые принципы. То есть ход b6, я не думаю, что он получит там какое-то большое количество последователей. Вот. Но, тем не менее, в отдельной партии, да, он мог оказаться очень эффективным и решить, может быть, там, очень важную задачу, да, по достижению какого-то результата в партии, а может быть, и в турнире. Да. То есть, ну, такой вот спортивный подход, хотя в чем-то, наверное, и творческий, да, все-таки новый ход всегда интересно, что-то новое. Угу. Самостоятельная игра идет, ну, да, так или иначе. Угу. Так, ладья Е1, да, ты сыграл? Ну, какой-то ход из общих соображений, да, понятно, что за белых тут можно, ну, ферзь Е2 можно пойти как-то, слон Е3, можно Д5, ну, то есть ходов масса, да, и да, ну, я вот выбрал, ну, ход по центру, пешка. Ход по центру, да, всегда, в принципе, такой. Ну, если, ведь все-таки ученых много ходов, помимо конь С6, да, вот mm-hmm. позиции. И обычно ход ладья 1, он полезный на, ну, на любой из них. Да, поэтому, ну, плохим он совсем, может быть, не может. Mm-hmm. ЕД последовало. Конь Б4, да, слон Б7. Пешку надо защитить. Наверное, без хода F3 белые не обойдутся. И тут конь Е8. Надо еще понимать, да, что все это Володя исполнял в режиме накопления времени. То есть, угу. Конечно, тут у меня вызвалось, ну, такие смешанные, значит, эмоции, потому что, ну, кто знает. То есть как-то соединить воедино, да, было непросто за такое, за небольшое время, да, по ходу партии. Вот как-то вот это вот все, как слон на b7 сочетается с конем на e8, да, то есть, вот, но дальше мы видим, да, что, в принципе, за игрой черных есть, ну, в общем-то, здравый смысл. Хорошо. Так, дальше. Слон e3, да, по-моему, был в партии, да? c5. c5, ну, это, да, это уже как бы, то есть, еще там, еще удар, значит, такой, не знаю, по нервам или почему, да, то есть, ну, как бы формально черные как бы нарушают, ну, вообще вот все возможные принципы, но с другой стороны, если присмотреться, то теперь что происходит? Ну, вот они выгоняют конец центра, да? Uh-huh. Конь c2. И теперь их, ну, как-то начинает просматриваться какой-то план, да? То есть где-то конями, да, я бы сказал даже, где-то конь c6, конь c7, e6 значит, просочиться к полю d4, да? Uh-huh. И вот как бы им каким-то образом через поле d4 прикрыть слабость пешки d6. Uh-huh. С другой стороны, слон на b7, он собирается оказывать давление по диагонали, и для этого как раз конь отступил на e8. То есть он, с одной стороны, готовится пойти к полю d4, а с другой стороны, f7, f5 готовится. Да? Uh-huh. То есть, и вот уже мы видим какую-то, ну, гармония, что ли, да, определенная, uh-huh. такая,
своеобразная, да, но гармония начинает проявляться, да, вот в этой позиции. Вот. Ну, еще помимо этого добавлю, да, в партии, по-моему, Володя пошел слон Е5, да? Да. Да, и добавлю, значит, что, ну, после слона Е5, ну, как просто как иллюстрация, да, что, например, если белых, ну, так, представим, F4, например, белый ходит, да, смотри, что он делает, слон бьет C3, BC, и съедает пешку на E4, но, как бы, дело тут, ну, не только в пешке, конечно, да, сколько в том, что вот эта вот иллюзорная слабость черных полей, она полностью купируется, вот, вот эти пешки, да, пешка на C3, которая, то есть белые, может быть, и были бы счастливы от нее избавиться, да, но она полностью закрывает возможность какого-то давления, да, по большой диагонали. Вот, то есть, ну, вот это вот одна из таких, ну, с одной стороны, в каком-то смысле стандартная идея, да, то есть бывает, что вот так вот можно дать ранкетированного слона и, ну, и позиционные выгоды, да, то есть испортить сопернику структуру, и они вот не только вот в порче структуры стоят эти выгоды, но и в, вот, как ни странно, черные, ну, вот эти вот ослабленные поля, комплекс полей, он не так уязвим, на самом деле, да, не так реально уязвим, как кажется. Так, ну, да, ну, разумеется, не стал, да? Да, не стал, да, уж как-то, да. Ну, то есть, например, был ход ферзь d2, ну, такой, как бы, ну, достаточно естественный, да, тогда черные играют ферзь h4, и, в общем-то, у белых выбор, да, или смириться с ничьей после g3, g3, слон g3, hg и вечный шах. Или, ну, то есть, ход f4 все-таки здесь, ну... Слон c3, да? Или... Да, слон c3, ну, думаю, все-таки скорее слон c3, потому что даже ферзь c3, слон e4, и, в общем-то, ну, перестроить слона назад на большую диагональ не так тяжело. Просто. Да, черные как-то уже начинают выскакивать, то есть, какой-нибудь c6, ладья d8. Ну, в общем, такая какая-то осмысленная игра, да? Поэтому я пошел слон f1 вместо всего этого. Как-то подготовился к прыжку ферзь h4. Ну, то есть g3, да, тут после ферзь h4 уже, да, слон да, g2 перекрывает. Да. F5. Вот здесь f5, да, последний. Ну, может быть, стоило немножко Володе, ну, так, не торопиться, да, может быть, конь g7, может быть, конь c6, какие-то чуть более, да, ну, не столь форсирующие ситуацию ходы, потому что после f5, что произошло? После f5, значит, я пошел ef, gf, ну, разумеется, не ради взятия ладьей, да, черные все это делали. И теперь у белых появилась возможность, которой я, собственно, воспользовался, пойти слон h6. В чем смысл? Ну, во-первых, висит ладья на f8. И, что немаловажно, нельзя пойти ладья f7, да, так, это важно проиллюстрировать, из-за того, что, да, белый просто съедет слона. Вот. Поэтому, по большому счету... И ладья f6 тоже нельзя. Тоже, да, нельзя. И ладья f6, да, тоже хорошо мало. Поэтому, ну, как бы играть как-то там... То есть на конь g7 возможный ход f4, да, и уже эта ситуация совсем другая, поскольку после слон b3, bc, слон белый прокинули слона за пешку, да, и теперь уже везде слон g5, ну и понятно, что тут, ну, долго протянуть черные не должны, да. Слон f6 просто... Да, слон f6, ну, белые, да, постепенно как-то, ну, очень-очень перспективная позиция у белых, да, то есть конь d5, я думаю, ну, просто шикарно совершенно. Вот. Поэтому черные по большому счету вынуждены, значит, вынуждены идти на ту операцию, которую пошел Володя, ну, забирать пешку на h2. Ну, добавлю просто, да, что если ферзь h4 сразу, да, вместо этого, то ладья бьет e5, ну, и, в принципе, получается то же самое, только с лишней пешкой белых, да, то есть плюс пешка. Ну, пешка на h2 жива. Да, да, потому что d e слон f8, ну, понятно, что невозможно, вот, поэтому, ну, хотя бы черные, что это пешку в клюве уносят. Ну, да, слон h2. Ладья e7. Важный страна момент. Страна ворвалась на седьмой ряд. Да. Ну, как бы, ученых единственный ход слон c6 абсолютно, да. Не такой, не самый, как бы, не самый эстетичный, да, но куда деваться. Вот, и здесь, конечно, очень важный момент партии, потому что издалека я прикидывал ход ферзь d3. Мне казалось, он очень таким многообещающим. Ферзь d3. Но, к сожалению, здесь ученых находится такой, ну, очень сильный тактический ресурс. Конь d7 они ходят. И на ладья бьет d7, да, казалось бы, белые съедают. На слон d7 следует ферзь d5 шах и теряется ладья, да? Ну, то есть белые выигрывают фигуру в итоге. Но вот на ладья бьет d7 находится какой-то совершенно, ну какой-то, я не знаю, вообще, вопреки вообще всему, вход ферзь e6.
И белые не могут отдать эту ладью несчастную, да, за что-то, да, за что-то большее, кроме пешки. Ну, как бы понятно, что то есть вот этот издалека я такой тихий ход упустил, и ну, в то же время я понимал, да, что кроме перчатки у белых есть другие возможности, вот, привлекательные. Ну, вот, собственно, как в итоге я сыграл b4, b2, b4. Опять-таки, пользуясь тем, что ну, конь d7, ну, помимо там есть еще и ход b5, ну, и все время есть идеи, вот, связанные с ладья b7, а ферзь d5 шах, да? Все время ладья на 8 тоже она так подвисает. Вот. Ну, тоже Володя сыграл сильнейшим образом, ферзь g5, и здесь я упустил преимущество в этой партии, пошел в ферзь e2, хотя вот интуиция подсказывала, что как-то более гармонично, что ли, расположить ферзя на поле e1, но где-то мне казалось, что важно, чтобы я мог подключить ладью еще одну, да, на e1, вот, но в конкретных расчетах это оказалось не совсем так, поскольку значит, после ферзь e1 главный нюанс в том, что последовавшая в партии конь g7 здесь уже не так хорошо из-за того, что у белых есть такой неожиданный ресурс f4, и на ферзь будет f4 b5. И вот это вот очень позиция очень для белых перспективных, потому что слон уходит, какой-то конь на d5 врывается, ну, вот идет второй конь, там подтягивается ладья, и, в общем, очень-очень серьезная инициатива белых. А разница поэтому в чем при ферзе на e2? Разница в том, да, а при ферзе на e2 на ход f4 черные пошли бы в ферзь f6. И подвис бы конь, да-да-да. Вот, собственно, то есть мне казалось, что вот, ну, то есть вот разница вот эта, да, что после ферзь f1 защищен конь, но есть возможность прокинуть ладью. Ну, вот, таки, видимо, ну, как правило, да, то есть надо слушать свою интуицию, вот, и, ну, это еще раз подтверждает, эта партия еще раз это подтвердила. А какие-нибудь конь d5 здесь ходы? То есть они где-то в природе они существуют, да, но не очень, как бы, не очень, ну, как бы, ясны, да, их, вот, и что, ну, как бы, дальнейшее, да, потому что, ну, тут у черных тоже есть свои ресурсы, да, и, ну, как бы, да, нет, конь d5, да, безусловно, был один из ходов, но просто ферзь один ход сильнейший, да, позиция, то есть, ну, может быть, не знаю, что конкретно на конь d5, может быть, конь f6, да, возможно, а, f4, да, есть. То есть, ну, это ж что-то тут надо считать, да? Может быть, кстати, f5, f4, да? Может, f4, да, чтобы... Да, может быть, немножко странный ход. Но, ну, все-таки тоже, не надо забывать, да, что белые без пешки, и я про f4, если, да, там куда-то там пешечки h7 можно присмотреться, да, ходом? Можно, ферзь d3. Ферзь d3, да, например. То есть, ну, нет, позиция очень-очень богатая на ресурсы. Вот, и, ну, все-таки да. Король, да, очень уж ослаблен так. Черный. Король, да, король уязвим, безусловно, черный, да. Ну, вот, как бы, это вот шахматы, да, шахматы Володи, то есть он, ну, с другой стороны, да, вот буквально через пару ходов ситуация немножко переменилась, то есть где-то я чуть-чуть упустил момент, пошел ферзь e2, конь g7, и здесь, как бы, да, я, в общем-то, ну, до меня дошло, что ну, f3 не защищен, да, в том варианте. Да, то есть, как бы нависает еще, что очень важно, что нависает, то есть, да, что вот если бы, что бы случилось, если бы черные играли, да, то есть, как бы, что после b5 здесь, да, ну, если b5, да, по-моему, у черных есть ход слон e4, да, и, ну, такая перекрытие, да, и теперь уже невозможно ладья бьет g7, ферзь g7 и... Конь висит также. Конь висит, ладья. Да. Но, а, да, справедливость... Да, ладья не висит, но висит будет этого достаточно. Вот. Справедливости ради, правда, да. Даже при ферзе на e1, вот конкретно этот вариант, он приводил, ну, к неплохой игре для черных. После b5, вот. Да. Да, после b5 немедленно. Да, а, поэтому есть... f4, чтобы... Поэтому f4, снять. да, чтобы снять удар, да, с поля e7. Вот. То есть даже эту позицию, по-моему, компьютер чуть ли не к выгоде черных оценивает. После ладья g7, ферзь g7, fe, f4, потому что там конь выходит на e5. И, а у белых, наоборот, вот этот какой-то белопольный слон, он, ну, какой-то невнятный. И, ну, то есть, даже, мне кажется, по игровому то у ученых просто, может быть, даже и вообще серьезный перевес. Да? Очень ясная игра, очень ясные ходы. Белым надо как-то перестроиться, чтобы вообще сразу не развалиться. Вот. Так, ну, в партии было конь d5, да, ты здесь сыграл? Конь d5 я сыграл, да, но уже не от, как бы, не от какой-то хорошей жизни, потому что ну, я думал, может быть, не знаю, ну, как бы альтернатива ладья 1, да, ну, как бы ход
ладья d1, да, то есть, ну, ладья все-таки, наверное, ладья e1, да. Вот, и, да, но здесь, ну, везде как бы слон e4 ход, да, ученых есть, и как бы... Не удается, да, эту конструкцию как-то удачно развязать. Да, 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 то есть, а может быть, да, может быть, я даже, да, слон e4, да, естественно, да, то есть, ну, что белые как-то могут там ладьей, ну, то есть, да, верно. Вариант какой считал? Слон e4. Конь e6, да, да. Mm-hmm. На слон e4 есть ход конь d5 у белых, да? Конь d5, чтобы как-то поддержать, да? Конь c6 тогда черный ходит. Уже здесь можно побить на g7, но тут очевидно, что это, ну, позиция черным ферзем, да, fe, ну там f4, ладья e8, может быть, отличный ход, да? Или вместо f4 ладья e8. То есть, ну, понятно, что черные, ну, уже черная сильнейшая сторона, и вот эти две фигуры белых, они, ну, слабым утешением слушают, uh-huh. Служит, да. Вот, поэтому, да, конь d5, ну, это такое решение, в общем-то, ну, скрипя сердце, да, то есть, ну, не от хорошей жизни, то есть здесь я уже перешел на такую, на активную борьбу за ничью, что называется. Uh-huh. Вот, ну, важно, да, вот важно, чтобы, ну, конь d7, Володя, пошел, да, все верно. Ну, надо как-то развиваться. Значит, f4, и, да, вот здесь очень важно, что белые какую-то нащупывают гармонию, да, потому что, ну, часто бывает как, что имеешь хорошую позицию, выбираешь между, ну, предложениями ведущими, ну, как кажется, хорошему перевесу к чему-то там еще, к обещающей позиции, в какой-то момент тратишь время, продолжения куда-то улетучиваются. Думаешь, и, ладно, хотя бы ничью сделать, да? Ну, и как бы хотя часто, бы очень, часто очень не успеваешь зацепиться как бы за игру, да? Ну, такое, есть такая опасность, да? Угу. Что, особенно в такой, ну, как бы разбалансированной позиции, да? Что, ну, если шахматист не делает сильнейшие ходы, часто, ну, часто, в общем-то, ну, вот, бывает, да, что, там, не знаю, первая линия, там, условно, плюс, там, два, да, там, и потом зрители не думают, да, как же так, он там, он пошел вторую линию, а там минус один, условно, да, uh-huh. И вот, ну, вот, и все, как бы, да, и уже там, ну, совершенно другая история. Вот. То есть, поэтому как-то зацепиться за что-то осмысленное было очень важно. Ну, тем более, все-таки я в дебюте какие-то силы потратил, да, то есть, ну, партия началась для меня достаточно рано. Вот, ну, в общем, словом, нащупал некую гармонию. После f4, значит, Володя пошел ферзь h6, конь c3. Uh-huh. Да? И очень важно, что здесь, ну, такой естественный ход конь f6 не проходит из-за жертвы ладья bg7. Ферзь g7, да. Uh-huh. Угу. Ферзь g7 и конь f5. И белые кони совершенно какую-то страшную развивают взаимодействие, потому что куда вообще ученых вообще чуть не единственное поле на d7 ферзем, uh-huh. Да, куда-то уйти. И тут действительно вот указанное Володей конь d7, да, очень хорошо конь d7, там король куда-то ушел, ладья d1, и вот эти кони, они просто душат вообще, да, всю позицию черных, угу. Ну, и там по большой диагонали, ну, полный развал какой-то, да? Да, да, там еще, наверное, ферзь, да, подключается, ферзь. Ферзь b2, да, угу. Ну, то есть, да. А, вот, тут поэтому... какие-то красоты, типа, такого. Ладья d6, да, какие-то, ну, тут... Угу. Да. Ну, видно, что очень-очень сильно белое взаимодействие фигур. Угу. Вот. Так. Поэтому, да, поэтому Володя, значит, пошел. Слон d5, решил d5, одного, да, коня убрать. Да, разменять. Одного коня убрать, но это все-таки, очевидно, дает белым, ну, просто такую хорошую длительную компенсацию, да? Угу. Ладья e8, да? Угу. Я понял. Ладья e1, ну, то есть позиция, наверное, она, ну, где-то... Учитывая лишнюю пешку, у белых компенсация, все-таки конь на g7, ну, такой, да, он страдалец, вот, но непосредственно белых тоже слон f1, пока немножко вне игры. Какие-то у белых есть пути к, ну, где-то там g3, слон g2, да, подкинуть слона, ну, то есть, как бы улучшить его позицию. Вот, то есть, я думаю, что позиция, она реально где-то около разницы. Угу. Конь f6, да, сыграно. Конь f6, да. Ферзь f3, ну, потому что, ну, опять-таки, конь b6, ферзь b6, играть и подвязываться, ну, хотелось, да, потому что что дальше, собственно, да? Угу. Ферзь f3. Да, ферзь f3. Угу. Ферзь f3, как бы, ну, усилил позицию ферзя, где-то приоткрыл слона, вот, и ну, дальнейшие события, они развивались, ну, не то чтобы в цветноте, но в таком, при недостатке времени. ЦБ ход, ну, по-моему, очень логичный, по-человечески, то есть во время партии он точно казался сильнейшим, потому что черным что-то надо делать, как бы, а что, ну, еще там ходов где-то немного. Же, uh-huh. Да, ходов немного, да, то есть где-то ЦБ хотя бы, то есть если белые возьмут эту пешку, хотя бы куда-то конь там уйдет, да, вот,
вот, значит, происходящего, где-то черные, ну, как мне кажется, идея черных в том, что на конь b4 примерно, ну, последует, да, где-то, во-первых, появляется конь h4, где-то они могут уйти, где-то вот примерно, да, то есть вот где-то, не знаю, там, взять на e7, уйти королем на h8, и где-то, может быть, уже иметь идею, там, где-то конь gh5, да, уже и на g3, там, где-то конь bg3, да, то есть вот развить какую-то такую активность фигурную, да, вот, ну, наконец, вот свои фигуры запустить через вот через линию G, да, вот где-то уже королю белых присмотреться при случае, да, вот, поэтому, поэтому коня там с d5-то мне убирать не хотелось, да, просто так, да, ладья e8, чтобы немножко упростить позицию. Так, а конь e4 здесь невозможно по... Может быть, на 7 висит, нет? Просто на 7 забрать, да? Так, нельзя? Нет, ну, можно. Вроде бы... можно просто. Да, тут да. Сторону как-то. Все, здесь ладья и 8 конем сейчас да. Проверяешь. Ага, просто да, съесть. Да. Понятно. Да. Так, хорошо. CB, да, ладья и 8 последовало. Да. Конь e8. Ну, может быть, да. То есть конь e8 такой ход амбициозный. Может быть, более так скромно было взять ладьей, поменять ладьи. Ну, здесь дело в том, что конем G бить нельзя, да, из-за того, что конь e7, конь f5 сидят, да. Поэтому приходится бить конем F. Белый бы съели, я бы съел на b4, конем, мне кажется, что, ну, позиция, я думаю, что почти равная. Там ферзь, да, куда-то запрыгивает. Ферзь куда-то запрыгивает, да, там где-то. Ну, очень, по крайней мере, что очень важно, у меня времени было немного, очень ясно вообще, что дальше, да, где-то ферзь d5, конь c6, слон d3, там конь d4, ну, то есть очень ясный набор ходов. Вот. А черным как раз наоборот, да, то есть у них куча слабостей, ну, не думаю, что это реально можно говорить о, ну, просто достойной компенсации за пешку. Так, ну, съедено было конем, да? Конем, да, Володя поамбициознее сыграл, да. Я пошел ладья e7. Опять. Да, ну, тоже все разумно, да, как-то поддерживая, ну, пытаясь зацепиться за какую-то борьбу, да. Конь b6. Все ходы. Не знаю, что комментировать. Конь b6, конь d5. Назад белые возвращаются. Мне казалось, что партия катилась к какому-то логическому такому завершению ничейному, да, потому что ну, король h8 тоже ход очень логичный, потому что белые хотят взять на f6, дать шах с d5 и, ну, занять какую-то позицию некую господствующую в центре. Вот. Если пошел конь b6, потому что на ладья a7 немедленная, мне не нравилось, что где-то, ну, вот, ну, да, во-первых, есть ход конь d5, да, что важно. Конь выскочить, нет? Может. А конь d5, если просто на ферзь d5, есть ход ферзь f4. На f4 висит. Да, и вот это все-таки очень важно, что если белые теряют эту пешку, то понятно, что тут уже легкой жизни для них не будет, да, ну, то есть долго их будут мучить, да, и тут и вот эти вечные шахи там постоянно, да, вот, а бить cd, ну, а на cd уже конь h5, да, конь h5, и, ну, собственно, вот то, чего черные хотели, да, вот, поэтому конь бьет f6, ферзь f6, ладья a7, ну, здесь я как-то ожидал некое упрощение позиции. Мне, честно, не понравилось то, что сделал Володя, в том смысле, что как-то я, ну, мне показалось, что это, ну, нагловато. То есть играть d5. Вот, потому что, ну, то есть что происходит? Белые бьют, ну, то есть не такая, ну, не ловушка, да, ну, ферзь d5, ферзь b6. Ферзь d5, ферзь b6, да. B6 шах, да. Вот, но такая игра уже на победу, ну, слишком, она слишком амбициозная, потому что все-таки, ну, вот эта пешка лишняя, она... У белых, ну, такое фигурное взаимодействие, конь на g7, да, мне уже тогда показалось, что это такая игра скорее на поражение, да, потому что, ну, тут выиграть, ну, чтобы выиграть, ну, то есть даже, не знаю, даже вот при наличии двух, ну, если бы он не будь у белых пешки А2, то выиграть было бы непросто, да, ну, как, ну, понятно, что это другая история, вот, но так тут пока эту проходную организовать, то есть у белых слон сейчас, ну, встанет там на c4, там, ферзь по большой диагонали, все режет, а конь на g7, ну, я не знаю вообще, ну, пешка, конь, что это такое, да? То есть такое пока некая субстанция такая неопределенная. Вот, ну, тем не менее, пока партия не выходит за рамки равенства, значит, ферзь b6, да, ладья a8, слон c4, да, ну, можно было и сразу побить, ну, как-то, почему не подтянуть слона, да, с темпом, вот. Ну, вот здесь, мне кажется, Володя, конечно, должен был, ну, то, что он был сделан разок, ну и, в общем-то, повторить позицию, потому что никаких нет ученых вообще оснований тут на что-то претендовать. Да? Ну, каких-то сил своих причин, значит, он решил этого не делать. Значит, продолжил борьбу.
Здесь был второй, да, шанс. Второй шах, да, король h2. Ну, явно, то есть, как бы он сыграл судьей ферзь d8. Угу. Вот. Ну, как бы да, с одной стороны, да, на секундочку, ученых лишняя пешка. Ну, давайте представим, вот какой у них следующий ход. Ну, наверное, они куда-то там хотят прыгнуть. Конь h5, да, наверное. Вот, ну, вот единственная какая-то, вот, ну, что-то осмысленное. Где-то перетащить коня на f6, да. Ну, угу. Вот. Потому что, ну, поэтому у меня была мысль вот вместо g3 пойти слон f7. Угу. Ну, как бы снять вообще, да, все активные идеи. Но потом я подумал, а, ну, почему я должен... Потому что дисклон всем он дает возможность что, там, повторить ходы сразу, ферзь h4, ферзь e1, ну и как-то контролировать ситуацию, да, uh-huh. уже, ну, как бы им самим решать, да, вот, где они там что хотят. А почему, собственно, я должен, то есть я считал свою позицию, ну, точно не худшей, да, то есть мне казалось, что если, ну, понятно, это некий перегиб, да, что белые играют на победу здесь, да, но белые очень комфортно держат ничью, очень комфортно, да. Ну, и я просто сделал ход g3, усиливающий позицию. Потому что следующий ход за черных, ну, как бы я не очень представлял, да, то есть, ну, может быть, какой-то ферзь там f8, да, или какой-то, ну, потому что на конь h5, да, на какой-то активный кружок конем, да, белые пойдут ферзь, мне кажется, c5, да, и что по пятой провисло, да? По пятой где-то ферзь f6, ферзь бьет опять, то есть у белых вот этот слон, он никогда не теряется ни на каких шахах, вот, ну, то есть, ну, как-то там, что черные, не знаю, типа вот, грубо говоря, они могут пойти конь f6, отдать на f5 и двинуть пешку а, да, ну, это, ну, как бы, играть, назвать это игрой на победу, ну, не знаю. Ну, да, но она там... Это тоже, мне кажется, это игра только на поражение, потому что ферзь там встанет на e5, все перевяжет, и уже белые, ну, как бы, скажут, когда они посчитают, что, как бы, будет ничья, да, то есть уже это зависит уже от белых, а не ученых. Угу. Вот. Да, ну, вместо этого... Трудно чужие ошибки комментировать. В общем, вместо этого Володя пошел h5. Угу. Вот, и я с большой радостью пошел ферзь h6. И выяснилось, что король... И выяснилось, да, что, в общем-то, что на король h7 такой неожиданный ходик слон f7. И вот этот конь на g7, он такой, как слон в посудной лавке. Ну, то есть, угу. хоть конь, но и даже слон. Даже пешка, да, лучше была бы. Да, она, да, хоть, да, на h6, да, держала. Ферзь, да, f6, да, давал бы возможность, да, сыграть. Угу. Вот, собственно, вот так и закончилась партия. Угу. Вот. Ну, она, безусловно, сыграла очень большую роль, да, в турнире. Это была первая победа, да? Потом. Да, первая победа. Ну, собственно, над, как показала дистанция над непосредственным конкурентом. Uh-huh. Ну, одним из конкурентов, безусловно, да, но тем не менее. Вот. И для Володи, ну, в итоге оказалось поражение не единственным, да, но долгое время во многом за счет этой победы мне удавалось сохранять определенную очковый такой запас, да, в отношении Володи. Угу. Хорошо, замечательно, Никита. Спасибо большое за интересную беседу. Много вопросов обсудили. Что же, желаю тебе не останавливаться на достигнутом. Один титул есть, к которому долго стремился, но есть и цели, и движение, надеюсь, будет к ним удачным. Так что большое-большое спасибо. Спасибо, Саша, да. Спасибо, да, что пригласил. Всегда очень приятно, очень приятно делиться, да, тут чем-то, ну, разговаривать вообще, ну, с шахматной аудиторией вашего канала, вот, ну, и, безусловно, с тобой, то есть, кто может лучше понять, да, то есть, спортсменов, чем сверхуспешный спортсмен. Спасибо большое, Никита. Я всегда надеюсь, я всегда говорю, что вот после таких встреч, надеюсь на скорейшее общение вновь. Надеюсь, что будут победы и еще будет не раз возможность пообщаться. Я уверена, что зрителям было очень интересно. Это всегда интересно послушать точку зрения победителя, потому что это значит, что вот, вот здесь и сейчас, вот в том турнире, да, как-то что-то удалось сделать лучше, чем другим участникам турнира. Так что до новых встреч. Надеюсь, что в Риге увидимся все-таки на следующей неделе. И до новых побед. Спасибо большое. Я также нашим зрителям говорю, что Валентина Гунина обещала присоединиться к нам тоже минут через 10. Тоже поздравим ее в прямом эфире. Она стала 4-кратной чемпионкой России. Это тоже очень-очень такие серьезные цифры. Могу с тобой согласиться, что для, наверное, большинства людей, ну вот какие-то, когда уже кратно идут, да, цифры, это
Не, ну так, ну, пятикратный, семикратный, восьмикратный, ну, то есть какой-то кратный, ну, то есть много раз выиграл. Но вот Да. для нас, как для спортсменов, мне кажется, это, ну, кто был там, я тоже такой человек, который вот один раз, да, по одному, вот много всего. Но вот чтобы кратность, да, достичь, это уже другой какой-то, совершенно другой для меня формат и другой уровень. Так что будет о чем поговорить, уверена. Ну, да, и еще раз большое спасибо. И ухожу на паузу и скоро вернусь. Спасибо.